Все 16 фрагментов так называемых свитков Мертвого моря, хранящихся в Музее Библии в Вашингтоне, оказались подделкой. Об этом заявлено на сайте музея. Результаты исследования приведены в итоговом отчете, пишет Благовест.инфо со ссылкой на РИА Новости. Музей Библии в Вашингтоне в октябре 2017 года приобрел фрагменты свитков рукописи Мертвого моря, вывезенных из Национального музея Ирака. Сомнения относительно подлинности этих фрагментов, о существовании которых до 2002 года не было известно, у музейных работников появились почти сразу. Тщательное исследование одной из самых ценных в мире коллекций фрагментов свитков Мертвого моря показало, что все они являются фальшивкой. Для изучения фрагментов ученые пользовались современными методами исследований, включая метод многоспектрального и отражательного наложения структур, традиционную трехмерную микроскопию, микрохимические испытания и другие.